Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сейчас находимся на рынке Жана Талона. Это один из самых крупных и самых известных рынков в Монреале. Здесь как бы уже ближе к вечеру, народ сворачивается. Я вам просто хотел показать, как выглядит елочный базар. Заодно давайте посмотрим, что там продается и по ценам. Хурма. 4,99 за коробку. 4,99 тоже хурма. А, я так понимаю, это попорченная просто, поэтому. А там хурма получше качество. Вишня. Артишок. Немножко апельсинчиков. Ну и, собственно, елки, ради которых, собственно, я и решил снять это видео. Вот так вот выглядит елочный базар. Называется Сапан. Ну, Тюкебек, понятно, что это производитель Филон, компания Филон. Елочки, они, видите, красиво как могут обрабатывать. Такие поделочки заодно. Венечки. А, это машина, смотрите, это машина для того, чтобы пленкой обрабатывать, когда... Bonjour. Oui, un bailliage gratuit. Какой-то розыгрыш, видите, на $500. $25 билетики. А, и принятие части в розыгрыше. Вот такие вот аккуратные елочки продаются здесь. Все как на подбор. Видите? Не то безобразие, которое, я помню, продавалось у нас. C'est quel prix pour un sapin? C'est quel prix pour un sapin? Je n'ai pas vraiment de la grandeur, je ne sais pas quelle grandeur vous voulez. Mais à partir de... Un sapin à 25, c'est tout petit. Là. Ok. Après ça, ça vaut... on a 200. 200? Bon, oui, on a des 40 millions de plus, on avait des 14 pieds à 200 piastres. Ok, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Je vais essayer. Merci. Мелкая елочка начинается от $25, а большая, высокая, до $200, в зависимости от высоты, короче говоря, цена варьируется. Ну, в общем, как-то так. Все, дальше репортаж. Елочной ярмарки заканчиваю. Всем счастливой подготовки к новогодним праздникам. Счастливо!